Избранный президент Грузии сделала несколько заявлений после победы. Она подчеркнула, что ее страна занимает проевропейскую позицию. Ее главной целью на посту будет вступление в ЕС и НАТО. Грузия движется к интеграции в Европу, в Европейский Союз, в НАТО. Я буду самым активным президентом в этом вопросе. Еще одна цель – сделать Грузию более заметной на карте мира, главным образом в культурной плоскости. Она считает, что Грузия должна выйти за рамки постсоветской ментальности, которая присутствовала в стране 25 лет независимости Грузии. Диалог с Россией, по мнению Зурабишвили, сейчас возможен только при поддержке европейских и американских партнеров. Еще она поделилась, что кампания избирательная на выборах была достаточно жесткой. Она также отметила, что нет никакого противоречия в том, чтобы в Грузии женщина была президентом. Кстати, Саломе Зурабишвили отказалась от резиденции, в которой жили и работали третий и четвертый президенты. Она собирается разместить свою администрацию в особняке на улице Атанели в центре Тбилиси, которую называют дворцом княжеской семьи Арбелиани.